Начинаем второе отделение концерта, и ваши аплодисменты приглашают на сцену лауреата целого ряда международных конкурсов, участника проекта конкурса «Аканта Лида» Владимира Скоморохова.
Максим Капец, один из членов жюри столь серьезного ответственного конкурса, современник, однако произведение, которое он создал, написано в очень старинном жанре, в жанре, в котором в том числе создающие для органа композиторы писали еще до времен Иоганна Себастьяна Баха, и называется это сочинение, этот жанр пассакалия. Максим Капец. Thank you.
своей сюиты. Thank you.
Thank you.
оперы в Валькирии. Оркестровая музыка, музыка, созданная для огромного симфонического оркестра, переложена для органа Владимира Скоморохова. Thank you.
живет в Германии, и он тоже является участником проекта «Рогатавида», о котором мы уже неоднократно сегодня говорили. Он обладатель третьей премии конкурса. Итак, Матиас Рейфельд, финале. Thank you.
связано с великой оперной музыкой. Моцарт, итальянский Моцарт, так называли великого итальянского маэстро Джакино Россини. Вы услышите каватину Фигаро из оперы «Свадьба Фигаро». Переложение для органа оркестровой музыки Владимир Скоморохов. Этюд терций.
уже очень много умеющего и могущего. Дорогие друзья, берегите себя, берегите друг друга и до новых встреч!